славный город Магадан. Да. Какие у вас, Светлана, впечатления? О! 25 лет спустя. Нет, на меня обуревают, конечно, очень такие волнительные ощущения. Я хочу все-таки скорее найти и очутиться на улице набережной реки Магаданки. Я подозреваю, что вот где-то там уже. Динкин институт педагогический, где она успела два курса учиться, потом я ее похитила. Знаменитое казино Магадан. И, ну да, это так сказать,